Трудоспособная часть населения редко посещает поликлиники и больницы. Все силы и время направлены на работу. В этом случае специалисты Центра медицинской профилактики курорта с готовностью проводят выездные приемы. Сотрудники и посетители торгового центра «Алиса» в акции принимали участие с удовольствием и рвением. Для профилактики, чтобы знать, что необходимо делать в будущем. Я работаю в этом торговом центре, и команда медиков, которые приезжают сюда, всегда очень внимательно. Стресс и спазмы сосудов, неправильное питание и лечение, высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина в крови – все это прямая дорога к инфарктам и инсультам. Как может проявиться инсульт? Неожиданно человек может почувствовать слабость, головокружение, шаткость походки. То есть он теряет как бы равновесие, его начинает качать. Зачастую люди не связывают это с развившимся состоянием, заболеванием. Если ничего не сделать на этих этапах, дальше процесс прогрессирует. Может возникнуть помутнение в глазах, мурашки, там, мушки перед глазами, онемение части половины лица, вязкость речи, то есть затруднение речи, затруднение глотания, слабость руки или ноги. В более сложных случаях полностью происходит паралич руки и ноги. Человек не может пошевелиться, не может двинуть своими конечностями. При таких симптомах нужен покой. Обязательно нужно прилечь, выпить пол таблетки аспирина и незамедлительно вызвать врача. Но профилактика всегда лучше лечения. Врачи измеряли артериальное давление, проверяли состояние сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. За 2 часа экспресс-обследования прошли 57 человек. В рамках акции «Выездной прием» специалисты Центра медпрофилактики проведут в пятницу с 11 до 13 часов в торговом центре «Красная площадь».